5 мая 2015 года в 00 часов 38 минут в пожарную часть 6/7 поселка Красноглинный поступило сообщение о пожаре по адресу Сосинский городской округ, деревня Маслова, улица Центральная, дом 69. На момент прибытия пожарной охраны происходило горение открытым огнем внутри дома. Горели вещи, пол, стена. Также было сильное задымление внутри дома. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. В тушении пожара принимало участие 5 человек добровольно-пожарной дружины деревни Маслова и пожарные части 6/7, 6/4. К сожалению, в результате пожара погибло 4 человека мужчины, 1 женщина и 1 ребенок 2010 года. По данному факту ведется дознание.